Итак, всем привет, с вами Консорда, и сегодня хочу вам показать очень классный мод для Майнкрафта, который добавляет в игру телепады, с помощью которых мы сможем телепортироваться между ними. Ну что ж, давайте сразу перейдем к моду. Итак, чтобы скрафтить данный телепат, нам понадобится не так уж и много. То есть нам понадобится 3 стеклянных блока, 4 редстоуна, 1 жемчуг эндера и 1 железный блок. И у нас выходит такой вот телепат. То есть, например, данный телепат мы поставим у себя дома и напишем Home 1. Ну, это просто как бы для примера. Вообще, сам телепат определяет биом и будет подписывать данную точку как название биома. То есть, например, мы написали Home 1. И здесь же, недалеко отсюда, поставим тоже телепат и подпишем его Home 2. То есть, чтобы нам было проще. Home 2. Вот так вот. И, например, мы хотим с точки Home 1, Home 01 телепортироваться в точку Home 02. То есть мы просто становимся в данный телепат, и появляется множество Particle System, и вот такой вот появляется красивая заставка, такая космическая. То есть на клавишу X мы выходим, на Current Location мы можем телепортироваться в любую заданную точку, то есть по X, по Y и по Z. Ну а чтобы телепортироваться в Home 02, просто кликаем, и мы оказываемся вот в данной точке. То есть это может быть в пещере или где-нибудь еще. Так же самое, если мы зайдем сюда, мы сможем телепортироваться в точку Home 01. То есть вот такой вот интересный мод. Думаю, вы найдете ему множество применений. Также, чтобы разбить данный телепат, нам понадобится вот такой вот зелененький листочек, то есть он появляется сам, когда мы ставим телепат. То есть его не крафтить, нигде его брать не нужно. То есть называется он Register with Teleport Location. То есть мы просто кликаем правой кнопкой мыши по телепаду и все. То есть вот такой вот интересный мод. И если вам понравился данный мод или вы впервые тут, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии. А так, всем спасибо за просмотр, с вами был Консорда, пока!